Здравствуйте! Сегодня поговорим об очередной машинке для стрижки волос на нашем канале. Машинка не продается в России, продается она официально, насколько я знаю, только в США. Машинка Wall Designer Cordless. Машинка довольно-таки сильно похожа на Super Tapper. Ну и давайте посмотрим, в чем же отличие. Для начала упаковка. На упаковке мы видим основные достопримечательности этой машинки. 8 насадок в комплекте, регулировка длины среза, легкая литий-ионная батарея. Дальше здесь перечислена опять же комплектация, да, что 8 насадок от 1,16 дюйма, то есть 1,5 мм, до 1 дюйма 25 мм. Зарядное устройство, масло, щеточка для чистки, инструкция. Труселя красные защитные, как указывает Wall, она гарантирует профессиональное качество. Ну, насколько труселя гарантируют качество, это вопрос, но тем не менее. Дальше. Ну и здесь опять же перечислено, что 8 насадок, да, ну и что регулировка длины среза. Давайте все-таки посмотрим, что же у нас внутри. Внутри коробочки у нас еще коробочка. Открываем. И что же мы там видим? Внутри мы видим почти то же самое, что и у отечественного Super Tapper беспроводного. Машинка. Здесь насадки промежуточные 1,5 и 4,5 мм. Зарядное устройство. И основной комплект насадок. Плюс масло и кисточка. Давайте лишнее уберем. И еще раз посмотрим на машинку и насадки. Итак, насадки обычные пластиковые. Здесь не премиальные, как у того же Magic Clip Cordless. Просто обычный, стандартный, качественный валовский пластик. А все насадки основные черного цвета. Это 3, 6, 9 и так далее миллиметров промежуточные. Они светлые, белая 4,5 мм и серая 1,5 мм. Снимаем труселя. Насадочки у нас фиксируются сзади защелкой. Если у премиальных насадок защелка выполнена из металла, то здесь защелка пластика, так же как и вся насадка целиком. Пластик обычный ABS, не стеклопластик, как у премиальных. Ну, кому хочется, может купить премиальные отдельно. Довольно симпатичная машинка. Вес тот же самый 290 грамм, что у супертапера, что у Magic Clip, регулировка длины среза. Но нож здесь такой, какого нет ни у Magic Clip, ни у супертапера. Давайте посмотрим. Итак, нож. Во-первых, нож вы видите у нас с тремя дырками на трех винтах. Да, здесь крепление несовместимое с супертапером и Magic Clip. А во-вторых, нож здесь с одной стороны довольно-таки толстый для снятия массы, он и непригодный для фейдинга близко к коже, нулевого фейдинга, как Magic Clip. Да, с другой стороны, здесь нет гармошки. То есть, с одной стороны, охлаждение здесь не самое лучшее, с другой стороны, нож довольно большой, поэтому нагреваться будет медленно. То есть, для чего эта машинка? Эта машинка что-то среднее между Super Tapper и Magic Clip. То есть, ей можно делать фейд. Для этого здесь целая куча насадок, но нож несколько толще обычного. Да, поэтому можно снимать и массу. То есть, такой довольно-таки универсальный инструмент. Не знаю уж, почему он не представлен в Европе и в России в частности. А мощность у двигателя здесь достаточно высокая, порядка 10 Вт. А пластик, нижняя черная часть одинаковая на всех машинках. Да, верхняя, здесь глянцевый пластик, здесь матовый, шершавый. Ну, не знаю зачем. Просто, видимо, для того, чтобы отличалась внешне от других. Кроме того, имеется логотип Wall, который, не знаю уж насколько видно, он такой гравированный. Да, то есть он не сотрется, в отличие от надписей на том же Super Tapper, с которого за месяц интенсивной работы все надписи облетают. Ну, вот, пожалуй, и все. Еще раз резюмируем. Машинка подойдет и для фейдинга, и для снятия массы. Во всем остальном мотор, аккумулятор и так далее — это копия супертапера. То есть 90 минут работы, 2 часа зарядки, 10-ваттный мотор, немного великоваты вибрации по сравнению с тем же
Mother Chrome Style Pro. С другой стороны, здесь довольно большая мощность. А нож подходит для фейдинга, для снятия массы. Ну, в общем-то и все. Если будут какие-то вопросы, спрашивайте в комментариях, заходите на наш основной сайт, где можно посмотреть подробные характеристики и цены енот постригун. Заходите в нашу группу ВКонтакте, вступайте, енот постригун. Ну и не забывайте подписываться на наш канал енот постригун. На этом все. Пока-пока.